Ну, уверенная, да, по счету, но первый тайм был, я бы не сказал по первому тайму, что уверенная победа, первый тайм тяжелый. Может, он в какой-то степени не получился у нас, и давали возможности и Рогачеву забить, но в перерыве немножко попросили ребят немножко побыстрее играть впереди. Очень медленно мы академично играли. Соперник успел перестраиваться во втором тайме. Да, фактор быстрого гола сыграл свою роль, конечно. Но мы совсем по-другому сами стали играть во втором тайме, поэтому результат получился таким. Сравните, пожалуйста, эту игру с первой игрой в Рогачеве. Может быть, чем-то похоже, может быть, что-то нашли? Ну, эту игру мы сыграли более уверенно. В Рогачеве была вообще тяжелая игра. Там еще добавились погодные условия, сильный ветер. Там многое не получалось, хотя тоже победили, считаю, заслуженно. Эта игра уже более получилась в плане организации игры, в плане завершения, в плане сложных моментов. Поэтому на порядок лучше сыграли. Никита Некрасов сделал сегодня 2+1. Это была плановая замена или все-таки как-то по-другому планировали выпускать? Ну, изначально Никита планировался на один тайм, поэтому решили во втором тайме, когда соперник немножко поднаелся, чтобы появлялись, когда появятся зоны, он использовал свою скорость, свой дриблинг. И в целом эта идея сработала. Да, впереди ожидает матч за 5-е место. Соперник пока что на данный момент неизвестен, но как будете готовиться и как будете наставить ребят, чтобы занять уже максимально возможное. Ну, тут уже на эти две игры было тяжело настраивать ребят. Все-таки, когда мы в четвертьфинале проиграли, так скажем, не проигравшие Unique Labs, как ребята воспримут это поражение? Ну, не поражение, а не проход в следующий раунд. Поэтому я рад, что они смогли собраться, убеждали их, что чемпионат не закончился, у нас еще есть 3 игры. Сейчас точно так, у нас есть еще 1 игра, которую мы должны постараться и будем стараться закончить на мажорной ноте. Спасибо. Ну, во-первых, поздравляю всех наших ребят с победой и хочу сказать, что первый тайм, конечно, сложился не очень хорошо, как хотелось бы, но во втором ребята молодцы, переломили ход встречи. Гол решил первый, очень много. Да. А впереди будет матч за 5-е место на следующих выходных, пока соперник неизвестен, но как будете настраиваться, как будете играть? Ну, как обычно, готовиться, недельный цикл будет проходить. Опять же, как только узнаем соперника, будем постараться под его игру. Игры в интернете 100% есть, поэтому мы готовы. Сегодня тебя заменил Никита Некрасов, вышел на твою позицию и сделал 2+1. Как наблюдал за этим, за игрой, что вот именно на твоей позиции такое случилось? Ну, я рад, что он так сделал, молодец. Где-то, возможно, может, я где-то в первом тайме неудачно сыграл, а может и наоборот, их поднатаскал, и вот Никите дал возможность 2 гола забить. Спасибо.